Вы смотрите видео об отеле Бая Бодрум. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Бая Бодрум расположен в стране Турция в регионе Бодрум и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 48 километров от аэропорта Бодрум, 19 километров от Бодрум, поселка Гиндаган. Территория гостиницы занимает 30 тысяч квадратных метров. Отель в стиле хай-тек с изысканным обслуживанием. Отличный спа-центр и широкий собственный пляж. Отель расположен в некотором отдалении от туристических центров полуострова. Просторные и элегантные номера выполнены в белом цвете. Подходит для взыскательных и дорогих клиентов. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 3 бара, 3 конференц-зала до 340 персон, 3 бассейна, 1 крытый, 2 открытых, 2 водные горки, 1 теннисный корт с жестким покрытием, центр красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, обслуживание номеров, сейф на ресепшн бесплатно, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби платно, в номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, ковровое покрытие, main building, керамическое покрытие, annex building, балкон или терраса, набор для приготовления чая и кофе, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество комнат 219, 219 стандарт rooms land sea view, 28-35 м2, максимум 3 человек, main building, annex buildings, 2 номера для инвалидов, стандарт rooms. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бильярд платно, теннисный корт бесплатно днем, с искусственной травой, сауна бесплатно, баскетбол бесплатно, тренажерный зал бесплатно, настольный теннис бесплатно, анимация бесплатно, напитки на дискотеке платно, прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно, дартс бесплатно, безмоторные водные виды спорта бесплатно, массаж платно, живая музыка бесплатно один раз в неделю, моторные водные виды спорта платно, джакузи бесплатно, акваэробика бесплатно, парная бесплатно, турецкая баня хамам бесплатно, аэробика бесплатно, дискотека бесплатно вход, игровые автоматы платно, боулинг платно 2 дорожки, волейбол бесплатно, мини-футбол бесплатно, также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, теннисный корт, теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, дартс, баскетбол, шахматы, пляжный волейбол, аэробика, мини-гольф, каноэ, катамаран, кинозал, дискотека вход, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, освещение теннисного корта, боулинг, бильярд, водные лыжи, парашют. Для детей есть 2 бассейна, 1 крытый, 1 открытый, 1 водная горка, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, детская коляска платно, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, бар на пляже бесплатно, на пляже зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно, пирс, платформа, на пляже полотенце бесплатно, собственный, песчано-галечный, шатры на пляже платно. Год постройки гостиницы – 2004. Год, когда был сделан последний ремонт – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.